за кадром. Победа! Всем здорово, ребята. Сейчас время у нас... Мой телефон. 6.24. Ну давай, сфокусируйся. 6.24, 6 утра. Ну, вы видели, да? 6 утра по нашему местному времени. Сейчас я собираю сумку. Ну, точнее, я уже собрал, я ее беру. И еду на вокзал. На вокзале меня будет уже ждать Катя, машина. И на машине мы поедем в Новосибирск. Нас ждет 5 или 6 часов пути. То есть сейчас время, грубо говоря, 6. Да, всем я буду на вокзале. Мы встретимся там с вами где-то часов 12, либо в час мы приедем. Я думаю, мы будем там. Вот. Ну что ж, пожелайте мне удачи. Сядем на дорожку. И я погнал. Взял паспорт. Все взял. Вроде ничего не делал. Главное, взял зарядку от фотоаппарата. Остальное фигня. Остальное купим. Деньги тоже взял. Все, ребят, погнали. Погнали, подюшусь. Ребята, все бы ничего, мы ехали нормально, все общались, слушали музыку. Как вдруг нам в бочину въезжает BMW. Странно, да? Мы едем на краузере. Короче, крутая тачка, типа Bentley, скажем так, дорогущая. И в нас въезжает BMW. BMW! И я вам сейчас ее покажу. Это какая-то жесть. Короче, нас, тем ребятам, которые находятся в той машине... находится вон в той машине. Сейчас давай приближайся. Вон та BMW, которая просекла двойную сплошную и врезалась нам в бочину. Там, кстати, водитель наш идет. Забавный мужик. Попозже о нем расскажу. Вот. Получилось так, то что... Какой-то счастливый он идет. Аж бежит. Вот. Они въехали нам в бочину. Но он какой-то сильно счастливый. Сейчас спросим, что, как... Ваня, что, как дела? Что, поехали? Потому что мы флешку сменили. Наверное, давай веселый чуть. Вань, прокомментируй это, пожалуйста, ребятам. Чё случилось? Чё, как, куда? Дороги ебаные. Это да, это мы поняли, что дороги конченые. На фоне праздника, который к нам приходит, всяких милиционеров, мы находимся в городах, в городе Осинники, на Байдаевке. Где вы? В Новосибирске, короче. Ребята, всем здорово, это Катя. Вот. Мы приехали вот на этой замечательной машине, где она вон сзади стоит. Договорились с чуваком из Блаблакара. Ни за что не отгадаете, кто это. Мы хорошо как-то познакомились так. Это чувак, который директор клуба «Синева» у нас в городе. Это пипец, это круто. Чувак, если ты смотришь это, знает, ты крутой. Вот, ну, я тоже крутой как-то. Ну, мы с тобой общались. Ну, все, короче, вот. Он сейчас пошел в клуб «Антигламур», который называется. Дело в том, что мы сейчас ждем его, когда он закончит. Мы потом поедем в наш хостел. Хостел нам уже отзвонился за полтора часа и спросил. Там бабушка такая смешная сидела, ну, точнее, на телефоне сидела и говорила нам, типа того, что «Ребята, вы когда приедете к нам? Вы едете?» Мы такие, ну да, мы едем. И как бы не записывает. Мы типа, да, едем. Он такой, ну все, мы вас ждем. Я такой, ну окей, что. И сейчас мы дождемся Ваню. И с Ваней он нас довезет, поможет. Потому что сумки все находятся в машине. Я безумно хочу в туалет. Это, наверное, тоже. И всем, что скажешь? Скоро увидимся. Через пару секунд буквально.
милиция, очень много милиции, кстати, тут дороги перекрыты, я вам попозже покажу, там праздник какой-то идет, сегодня 1 мая, кстати, сейчас где-то в дороге находятся Майк и Алиса с друзьями, мы еще с ними не созванивались, не списывались, когда приедем в хостел, я думаю, мы через интернет с ними спишемся, ну а пока ждем Ваню, как поедем в хостел, я вас наберу, короче, не переключайтесь, да, как-то так. Вау. Короче, мы находимся сейчас в хостеле, мы уже поспали, повалялись, ну мы сколько, мы спали, наверное, часа 2-3 спали, пока ждали Мишу с Алисой, но они что-то не отвечали, они просто долго ехали, говорят, сами вымотались, они, наверное, даже отдохнуть не успели, они находятся в другом хостеле, мы находимся с краю, в очень замечательном хостеле под названием Like, который находится на Овражная, 6, очень классный, кстати, крутой хостел, очень классно приняли нас, очень классная консьержка тут. Все очень-очень круто. Вот. Мы, короче, поспали. Я прям на бодрике. Я такой туц-туц-туц-туц-туц. Мы же в Новосибирске. Сейчас пойдем отдыхать. Пойдем сейчас на сходку Миши и Алисы. Ну, может быть, кто-нибудь меня там узнает, не знаю. А моя сходка, если ты еще не знаешь, пройдет в день, когда ты смотришь это видео. В субботу. В 4, по-моему, по местному времени. Ну, внизу будет ссылочка. Тыкайте на нее, кто еще не знает. И там будет сходочка. Вот. Короче, пойдем сейчас поснимаем. Когда буду выходить из хостела, тоже сниму. Все это будет очень круто. И я впервые поеду на метро. Вот так вот. Катя такая просыпается и бужу: Катя, я хочу на метро, хочу на метро. Она такая: отстань от меня, на какое метро? Спать хочу. И она спала. А я все это время лежал и думал не о ней, а метро. Метро, оно мое. О нем. Что? Короче, сейчас пойдем и сходим на метро. Кстати, надо еще не забыть купить смывание макияжа и всякие... Смывание макияжа и всякие штучки, спанжики там. Короче, все, ладно. Мы сейчас пойдем. У нас осталось полчаса. Метро рулит. Пойдем сейчас на метро, посмотрим, как вообще метро работает. Ни разу метро не было, ни разу вообще. Что такое метро? Я не знаю. Пойдем. Вот мы выходим из замечательного хостела. Хоп, все, пошли. Все, наша жизнь начинается в Новосибирске. Ближайшие 4 дня. Ближайшие 4 дня будет путешествие, давай. Короче, мне очень понравился этот хостел и тем, что, блин, я не ожидала, что будет настолько уютно. Даже ну, на фотографиях это выглядит совсем не так в жизни. Он очень уютный, он классный. И мне еще понравилось то, что здесь рядом есть магазин, ну, как бы можно что-нибудь купить себе, покушать, пойти. Ну, что он находится в таком месте, такой район тоже, знаешь, спокойный, видно, что... Тут вообще жилой район, очень спокойный, очень круто вообще. Да. Тут вот такие дома, вот такие дома классные. Так все круто, короче. Безумно нравится, очень круто. Это очень круто. Короче, ребята, вот приедете в Новосиб, вот, чувак, ты приезжаешь в Новосиб и сразу идешь в хостел Лайк, говоришь, что ты от Варпача, и по-любому тебе еще скидончик дадут. Скажешь там, я от Варпача, короче, что, кого? Вот. И тебе дадут скидку. Показать еще, как пройти до него. Да тут рядом и остановка, и метро, вообще все рядом. Да, и вот это тоже вообще огромный нам туда. Плюс. Что все просто рядом. Это главный плюс, да? Да. Вот. Сейчас направляемся в метро. Я не знаю, что рассказать. А, самый главный прикол, который мы здесь не заметили. Давай я расскажу, да, наверное? Я про... не знаю, о чем. Ну, там, про надписи на стенах. Ну, говори. Короче, мы первое, когда сюда приехали, что мы заметили? Это дофига магазинов, дофига кафе и дофига мерседесов. Очень много мерседесов ездит. Просто всяких разных, от старых до новых, там, 15-го года. Люксовых причем. Офигенно люксовых. Но тут такие гаражи, они на Мерс катаются. Представляете? Я не знаю, может быть, какой-то прям крутой штуки были. И сейчас мы идем. Очень большая стена. Везде написано эвакуатор. Это Новосиб. Культурный город, я думаю. Если бы мы шли по Новокузнецку, везде бы было написано миксы. Микс, спайс и номер. У нас на Кузнецке это именно так и делается. Спокойно вообще. Пишут на стенах номера миксов и спайсов. Это просто чумасище. Здесь для нас это ну просто пипец. Это очень круто, что здесь ничего такого нет. Конечно, мы же закупаемся, да? Ладно, я шучу. Вот. Все,
Очень много снимаю. Очень, очень под впечатлением вообще. Сейчас надо посмотреть по телефону, куда идти. Когда идем до метро, сниму свои эмоции, когда в Арпачик выйдет метро. Так что все, до связи, мужики и девушки. Мужики и девушки. Девушки и мужики. У нас быстро изменились планы, и мы не отправились на метро. И, кстати, если честно, я бы, если не увидел значок метро, я бы никогда его даже не нашел. Вот. А мы проехали на пятерке, доехали до площади Ленина, и сейчас идем на сходку Миши с подписчиками. Мы идем вон на ту площадь, а там какая-то движуха и стоит, что? Из трансформеров машина, как она, я забыл. Вон, видишь, желтая? Желтая машина из трансформеров, короче, стоит, я по-любому вам ее закежу. Здесь очень много людей всяких разных, очень много кафе, очень много вообще движухи какой-то. И этот город намного лучше, чем наш, это серьезно, это так и есть. Это я вам как гость города говорю. Ребята, ну вообще пролит прям. Все оборачиваются, видеоблогер в город приехал. Да. Такая фигня. И где мы должны их там искать, там площадь, как моя, не знаю, 30-летняя, 30-пролетняя бабушка, что? Хочешь купить мне розочку? Розочку для дайвушки? Нет, не хочу. Я просто под большим впечатлением, я не могу описать свои эмоции, это очень круто. А вон там едет машина из трансформеров. Я должен ее заснять. Вон она, короче, вон вы ее видите. Да, вы ее увидели. Сейчас мы встретимся с Майком и Алисой, и друзьями. Познакомимся, я, если можешь, позвоню им и, короче, оттуда и продолжим. Как-то так. В ответку, Майк, он там что-то снимает. Он, наверное, снимает, кстати, вид, который находится сзади. Мы находимся в Новосибирске все так же. Здесь такая прикольная широкая улица, прям здоровенная улица, туда вдаль идет. Прям вообще очень далеко. И впервые я вижу медиамаркет, смотрите, какие высотки, очень классно. Очень классно смотрится, что показать. Ну вот это тоже высотка, классно. Высокие здания, у нас в городе такие вот только-только строятся. Буквально вот, сколько? Ну тоже полгода назад, наверное, построили, может год назад. Вот, это круто. Опа, очки, короче. Всем привет. Это значит, надо вот так вот подойти, так? Это как в зеркало смотреться. Оп. А ну-ка. Ну он вот сфокусируется. Да. А я вот даже не знаю, такое. Что. Да. Вот. Да. Вот, тихо. Брат брата тихо. Видит. Братан, братишка, короче, здорово. Сумасшедший влогер называется. Да. В Новосибирске сумасшедшие люди. Это так. Кирилл Варпач. Даже вот эти вот. Майк Кэмбэсмен. К вашему слову. А чему мы куда идем? Мы идем в ауру, вон туда вон. И почему я показываю? Как указка, знаешь, вот туда пойду. Ну мы же людям показываем. Че, нормально вроде стоим, неплохо. Вот, мы пойдем в ауру, и там надо, кстати, еще Кате всякие штуки купить, потому что она не взяла из дома стирать косметику, короче. Вот, и купим. Кстати, ключ в кармане, все нормально. Ключ от дома у нас в кармане. Все окей. Все, идем в ауру. В ауру. Замечательный вид на ауру. Смотрите, какой здоровый торговый центр. Но Кузнецкий он сопоставим, наверное, только с Ситимолом каким-нибудь. Планетой? А у нас Ситимол не больше? Нет. Ну, может быть, тогда с планетой какой-нибудь. Блин, я даже не знаю. Ну, очень здоровый. Но здесь есть всякие там KFC, Макдональдсы. То, что мы не пробовали, но я думаю, стоит попробовать. Кто бы что ни говорил, и мы сейчас пойдем в ауру, не знаю. Может быть, меня опять начнут выгонять из торгового центра. Ну, сейчас посмотрим, ребят. Так, ребята, мы снова в том же парке, на котором была сходка Миши. А сзади только что мыли метро. Это так странно смотрится, очень много. Очень много моют метро. Я не знал, что моют метро вообще. Его реально, походу, каждый вечер моют, я не знаю. Да там асфальт просто шваброй моют. Нет, там, такой видно, там в метро прям в это вкладывали. Да, на самом деле так и есть. Я удивился, когда моют метро. Блин, у нас вообще метро нету, а тут моют метро. Где сейчас моют? Вот прям походу. А, вижу, да. Я вижу электронного Кирилла. Оп! Ребята, что стоим, а? Чё стоим, ребят? Машем, да. Блин, классное здание.
Оно, кстати, на камере смотрится круче, чем вживую, даже, по-моему. Оно какое-то светлое, такое красивое. Я прошел по какашкам. Короче, это первое впечатление о том, как я зашел вообще в метро. Мы спустились, сели как? Я вообще поскользил, потрептил. А люди идут откуда-то. Смотри, выход в город. Мы идем по метро, красная, какая-то красная улица. Это я тут, да, там, Миша тут. Я уже говорил, что ссылочка будет в описании. А, к проездам в метро. А, к поездам в метро. Какие-то штуки тут продают. Всякие штуки. Вход. Это прям в метро, что ли? Вау. Тут очень жесткие двери. Такое ощущение, что ими убить можно. Как-то жесть. Ну и, собственно говоря, квартплату можешь оплатить в кире. А что, за квартиру, да? Нам надо жетоны же какие-то получить, правильно? Сейчас мы получим жетоны, я не знаю, вообще не уверен, можно ли тут снимать? Автомат по продаже жетонов. Вот, 20 рублей, ну нормально, маршрут к Омске. А сколько? Что, деньги пихать? Да. А если я 50 тысяч пихнул, 10 рублей, да? Че там почему? Две пятерочки, можно пятерку вместо жетона кинуть? Да? И в полицию попасть, полиция рядом. А полиция рядом? Да вот она прям. Че? Вот. Все, гол по метро. Идем в метро. Как вообще? Первый раз в метро. Оп, я прошел. А так что, она по яйцам бьет? А? По яйцам бьет? Ну просто она в районе Пахта находится. Серфер, блин. Здесь какие-то очень четкие, резкие эскалаторы. Это жесть какая-то. Это вау. Вон ребята вверху ехали. Они тоже снимают? Высоким людям тут плохо, наверное. Первый раз в метро. Деревню вывезли. Как вы? Прям как... Я вообще без понятия. А ты по Дубльгису посмотри. Мы вообще первый раз на станции. Это какая-то жесть. О, я такой только в фильмах видел. Для меня станция метро это жесть. Это что? Для всех это как нормальное состояние для меня. Я не захожу. Для всех это нормальное состояние для меня. Это метро. Что? Я сяду в поезд и тутух, 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 тутух получается. Да? Да, получается. Прям вообще просто. Где черный дыра? А? Я пришел тут спросить. В Питере, по-моему, самое глубокое метро. Там да? Просто не спускаешься. Фига. Кирилл, туда снимаем. Подожди, да я понял, подожди, смотри. Что? Ты что делаешь? Бунтарь. Я сделал это. Я просто сделал это. Снимаю телефон. Знаешь, обычно в фильмах он так быстро заезжает, такой прям кадр. А тут что-то вообще. Вообще. Точно в это? Все, короче, едем в метро. Я не знаю, сядем, нет? Куча народу. Осторожно. Дверь закрывается. Всего вам доброго. Всего вам доброго. Метро. Вот наш замечательный поезд. Нам туда пойдем, да, уверен, что нам туда. 100%. Мы сейчас идем до дома, точнее до хостела, в котором остановились. Первое впечатление от метро. Это что-то очень быстрое. Это что-то прям. Знаете, для новокузнецких людей это какой-то. Я не могу описать. Это очень круто. Тут даже вон штуки эти красят. И тут не работает эскалатор. А какой-то такой резвый эскалатор, я когда спускаюсь, мне там. Я так встал, на него еще не улетел. Очень круто. Это чтобы справляться с большим потоком людей. 100%. Ну вот мы и дома. Катя раздевается, переодевается. Времени сейчас. Только что погасло, абсолютно только что. Времени у нас уже 1:26. Точнее, часы не переведенные. Вот.
Время 12:26 на самом деле. Я сильно громко разговаривать не буду, потому что наши соседи, которые там в соседней комнате, они спят. Вот. Ребята, это было круто. Мы сегодня так погуляли классно с ребятами, это было просто безумно круто. Плохо, что мы видимся всего 4 дня, завтра у нас будет еще насыщенный день. Прямо сейчас я буду сидеть и монтировать вам на том ноутбуке, который вон стоит, который любезно предоставили нам Саша и Настя. Огромное спасибо вам, ребят. Я уверен, что вы смотрите этот влог, и привет вам. Вот, пока Катя переодевается, я палить, наверное, не буду. Что хочу сказать, ребята, было очень круто. Мне понравилось. Я думаю, ребятам тоже понравилось. Смотрите, соседний влог у Майка, ну, у Миши. Его ссылочка будет в описании. Также хочу сказать огромный респект хостелу Лайк. Огромнейший ему лайк. За то, что он предоставил нам житье здесь. Здесь он предоставил нам жилье. Даже сейчас, когда мы пришли... пол первого ночи, нам нормально открыла консьержка, ну, очень добрая, очень классная. Если ты это смотришь, консьержка, респект тебе. Ну, вряд ли ты смотришь это, но все равно. Вот. Ребята, короче, вот он я, там Катя, там вот кровать, и все. Вот так вот, короче, ребята, спасибо вам. Спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Фух, было круто. Что-то как-то... как-то ужасно смотрится. Ребят, все. Респект, уважуха, Новосиб рулит. Очень классно, ребята, здесь. Очень классно. Очень классно здесь магазинчики, все такое. Жду вас в следующем влоге. Жду вас на сходке, когда вы это смотрите. Я этот ролик вложу днем. Жду вас в 4 часа в парке Ленина. О, как-то так. Ну, в парке, которая была сходка Майка. Ссылочка будет в описании. Короче, тыкайте и смотрите. Все, респект, уважуха, я пошел монтировать.